И привет, дорогие друзья. Это Сова, и мы продолжаем с вами играть в Дейсон. В прошлой серии мы с вами пролетели к черной дыре. Я отсюда, правда, не видно, вон она. Так вот, мы пролетели к черной дыре, нашли тут планету, на которой просто конское количество всякого разного интересного находится. И вот сейчас мы это всякое разное интересное с вами будем продолжать осваивать. Наша задача — освоить сначала все месторождения, которые здесь есть. А здесь их прям приличное количество. И после того, как мы освоим приличное количество месторождений, мы, соответственно, запустим сюда электричество, да посмотрим, что из этого будет получаться. А и будет ли из этого получаться что-нибудь вообще. Никаких газов здесь нет, поэтому единственный источник электричества здесь — это будут панели, ветряки и всякое другое, вот и же с ним. Мы с собой до хрена всего взяли, вот мы это и оприходим, чтобы планетка у нас работала на 100%, все было хорошо. Я думаю, что, может быть, даже в этой серии мы с вами как раз и завершим такую хитрую интересную манипуляцию, чтобы все это заработало. Единственное, что главное, чтобы у меня хватило. Так, у меня, короче говоря, какой-то лимит на Дайсон сферу, который я пока еще не знаю, зачем нужен. Но у меня теперь этого лимита больше нет. Это очень классно, я считаю. Не знаю, правда, насколько. Так, значит, какие-то там, короче, градусы к чему-то там мы добавили. Надеюсь, что к водке. Так, теперь нам надо будет добыть отсюда железо. Здесь у нас так получилось, что как раз охрененно себя будет чувствовать железная добывалка. Главное, чтобы у меня хватило конвейерных лент и прочего. Ну, на основное у меня хватит. Даже если мы не сможем подключить что-нибудь, уже не страшно. То есть, как бы, самые основные вещи, какие мне надо было подключить, я уже подключил. Мне нужны были, прежде всего, однополярные магниты. Это самое основное, зачем, собственно, все затевалось. Ну, а все остальное уже постольку-поскольку. Так, отсюда, кстати говоря, что-то я же еще ленту не протянул. Так, отсюда у нас пойдет железная руда. Нужна ли она будет в таком количестве, непонятно, но ладно. У нас же она есть, и мы ее будем приходовать. Все-таки 5 миллионов железной руды, конечно, тащить ее отсюда — это такое себе. Ну уж где есть, есть. Как говорится, прибили, так и держится. Как в том анекдоте про бантик. Так, а что у нас тут, кстати говоря, с подключением ее? Так, подключение. У меня, кстати, 36 штук всего осталось. Я могу еще сделать? Что, 25 могу сделать? Хорошо, давайте сделаем пока. Так, ну и что-то у нас. Значит, это электричество у нас готово. Да, это электричество у нас готово. Так, это железо у нас тоже готово. Так, надо теперь идти куда-нибудь вот туда, вот дальше к Файрайсу. Файрайса здесь настолько дохрена, что я так подозреваю, но вряд ли, он вряд ли закончится. Так, Файрайс. А там у нас есть еще железо. А там у нас есть вон оптический кристалл и еще силикон. И вот там силикон, там еще титан есть. Так, ну ладно, у нас очень много вот таких вот штук. Поэтому я думаю, что... А вот таких вот штук, кстати говоря, у меня осталось всего 23. Поэтому надо как-то поскромнее, наверное, себя вести в установке. Но FireEyes очень полезный, потому что мы из него делаем, на самом деле, не очень пока нужный... Как он называется-то, господи? Как он называется? В общем, вы поняли, что мы из него делаем. Так, вот эту вот штуку мы тогда сейчас подключим. Так, FireEyes мы тут подключим. А, кстати, я не помню, настроил я там эту самую систему-то, наверное, не настроил. Так, значит, сюда мы поставим FireEyes на supply. И сюда мы поставим железную руду. Да, мне кажется, я там этого не делал. Так, железную руду мы тут поставим тоже на supply. Так, на supply. На supply железной руды. Так, отсюда мы тогда ее выводим. Так, и сюда мы ее подключаем. Так, вот эту всю штуку мы тогда подключаем между собой, промеж себя. Так, и все это мы заводим одно на другое. Так, вот эта же фигня у меня не настроена, да, получается? Да, не настроена. Так, это у нас будет железная руда на саплае. Так, а предыдущую-то я, кстати, настроил. Ну-ка, надо немножко отскочить назад и посмотреть. А то я тут, может быть, всего наподключал, а настроить-то забыл. Это тоже может такое случиться.
Е-хе-хе. Так, ладно, полетели теперь сюда. Так, роботеночки, ну-ка достраивайте, давайте, где-то там есть. Так, тынк-тынк-тынк, отлично. Значит, это мы доподключали. Так, эту штуку мы доподключали. Так, там у нас еще кусок титана есть. Так, здесь у нас только железо. Да, здесь у нас только железо, хорошо. Так, короче, какие-то там гравитационные фигни мы все подключили. Так, здесь я настроил, вот фрактальный силикон я не настроил. Файрайз титан здесь есть. Так, а вот силикон, который... Вот фрактал силикон. Здесь нету, так, теперь есть. Отлично, значит, с фрактальным силиконом мы тут тоже забрались. Так, кстати говоря, камень. Ну, камень отсюда возить, наверное, будет запредельно странно. Хотя, опять, не, ну, я думаю, что камень мы где-нибудь поближе найдем все-таки. Несмотря ни на что, потому что что-то как-то это прям вообще, мне кажется. Это уже за гранью добра и зла, еще и камень отсюда возить. Так, значит, отсюда мы сейчас подключим такую вот штуку. Дальше придется подключаться штуками попроще уже. Потому что сложные штуки у меня закончились. Надо будет все-таки сделать их производство. Так, значит, отсюда у нас еще железо. Так, отсюда у нас дохрена титана, который мы будем переводить в чушки, но это уже внутри собственной планетарной системы. Так, так вот как-то сделаем. Так, значит, ты у нас будешь являться источником железа и источником титановой руды. Так, у меня осталось 600 конвейеров. Мы потихонечку приближаемся к окончанию нашей смелой экспедиции, потому что скоро мы не сможем уже ни хрена здесь подключать, потому что будет не на что. Так, титан. Типа того, что-то сделаем. Так. Типа того, что-то сделаем. И типа того, что-то сделаем. Так, титан, титанович титанов. Значит, подрубаем вот эту вот штуковину сюда. Так, а здесь подрубаем вон те две штуковины сюда. Так, и все это дело подрубаем вместе. Так, давайте, дрончики мои. Дрончики. Да, по-моему, не ставите там что надо, а надо поставить. Так, вот еще силикон. Да, силикон я прям хочу. Силикон я хочу весь, желательно. Потому что силикон надо всегда до хрена. Его всегда не хватает. И поэтому мы с ним будем аккуратненько. Да, ну камень я буду, не буду я отсюда возить, потому что даже если он мне будет сильно нужен. Это не та планета, из которой надо возить камень. Так, есть такая буква в этом слове. Значит, теперь нам отсюда надо валить куда-то вот сюда примерно. Так, где у нас будет силикон и еще титан? Так, ну, давайте поставим сюда, так, где эта штука-то? Так, еще одну внутрипланетарную. На то, что, на самом деле, зарядить такое количество внутрипланетарных штук, надо будет энергии хоть жопой жуй. Поэтому не факт, что это сейчас у нас классно заработает с теми ресурсами, которые у нас есть. Но остановиться я уже все равно не могу, поэтому будем до победного, короче, фигачить. Так, отсюда у нас идет, допустим, как-то так у нас пусть идет силикон. Это мы подключим сюда, это мы подключим сюда. Так, у меня заканчивается потихонечку вообще все, но мы очень продуктивно, мне кажется, тут сейчас поработаем. Так, значит, сюда у нас пойдет силикон на саплай. Сейчас мы все дело соберем. Так, а вот оттуда у нас пойдет фрактальный силикон на титан. Ну, видимо, наверное... Так, а на титан-то мне хватит, интересно? Или нам проще протянуть туда и поставить еще одну такую штуку? У них осталось, кстати говоря, 36. Ну, давайте, Лен, пока потянем. Тянем-потянем пока сюда такую вещь. Так, здесь у нас титан, фрактальный силикон и там вот эта штука. Я думаю, что здесь последнюю, наверное, вещь мы сделаем.
Здесь мы, скорее всего, поставим последнюю штуку, и дальше у нас уже все равно не хватит ни хрена. Так, поставим последнюю штуку. Так, давай, ты, кажется, подключишься у нас. Раз. Так, давай, два. Так, и вот сюда мы сейчас поставим еще и три. Так, ну и на Энхару, хотя, блин, там силикон еще. Блин, заманчиво все. Так, все такое заманчиво, не могу просто так взять и уйти. Но у меня осталось всего 8 штук. Так, у меня осталось всего 8 штук. Больше я, наверное, вряд ли произведу. Что-то я не думал, что это так быстро закончится, слушайте. Так, ну ладно, давайте тогда мы как-то поскромнее сделаем. Если что, силикон-то можно много где найти. Давайте мы сделаем внутрь потребления титана нормальное и вот эту вот раритетную жилу оптических каких-то там кристаллов тоже. Так, раритетную жилу оптических кристаллов мы давайте вот так вот оприходуем и хорош. Так, значит, у нас здесь пойдет саплай кристаллического силикона, саплай титановой руды и саплай органических кристаллов. Так, вот эта штука будет выступать, значит, выступать на все деньги будет вот эта штука у нас. Так, вести раз. Так, вести раз. Так, это у нас будет вести два. Так, у меня осталось их 240 штук. Так, 240 штук у меня их осталось. Так, это у нас будет, соответственно, титановую руду вести 3. Так, что-то типа вот того. Так, тут, в принципе, у нас остается еще довольно много чего можно украсть, но уже хорош. Уже прям все уже отсюда не украдешь. Так, здесь у нас энергетическая сеть готова. Она у нас готова, она у нас завязана. Так, это мы, получается, все достроили. Внутреннее потребление перевозка титана у нас нормально организовано. Она должна нормально функционировать, я надеюсь. Так, теперь нам надо сделать запас энергии. О! Короче говоря, я теперь могу классно запасать энергию. Отлично. У нас прям адски пошло, смотрите, исследование. Такое ощущение, что у меня зеленых кубов до жопы. Хотя это странно, откуда бы им взяться. В таком количестве, по крайней мере. Так. Теперь нам надо дособрать вот это. Так, ты соплаешь? Да, ты соплаешь. Ну и теперь останется последнее. То, что надо сделать, это надо заставить все дело заработать. Так, а как у нас эта планета вращается? Ну, эта планета, в принципе, ну да, здесь надо экваториальный пояс сделать с панелей. Без вариантов. Здесь надо делать экваториальный пояс, иначе ни хрена работать не будет. Полюса здесь бессмысленны, потому что полюса захватывает очень сильно мало. Так, ну, достраиваем. Так, ну, в принципе, вроде достроили. Так, ну вот у нас как раз где-то примерно вот в этом месте находится экватор. Я думаю, что мы отсюда тогда и похреначим сейчас делать панели. Так, нам, правда, желательно, чтобы сейчас они прям сразу не начали работать. Или пусть начинают, хрен с ними. Подключатся сразу. Ну ладно, пусть подключатся. Черт с тобой. Так, как мы их будем прям сразу по экватору хреначить? Так, нам надо как-то подравняться, чтобы я летел и просто их ставил. Так, ну, что-то типа того. Так, теперь нам осталось выставить нормальное количество солнечных панелек, потом ветрячков, потом что-нибудь еще, что там можем выставить. Насколько сможем, настолько и выставим. Так, здесь, кстати говоря, неприятное озеро у нас тут образовалось. Так, а будет вот это все работать вместе из-за этого озера? Не, ну будет. Вот эти вот сегменты точно подключатся один к другому. Так, вот насчет этих сегментов я не уверен. Ну, сделаем здесь какую-то такую непонятную колбасу. Обойдем ее, так сказать.
Так, 34 панели у меня еще осталось. 304 панели. Как бы не получилось так, что сейчас будет ни нашим, ни вашим. Типа энергии будет одномоментно всегда недостаточно. Одинаково недостаточно. Можно было их поставить, конечно, поровнее, но что-то как-то вообще... Еще и выравнивать панели здесь вообще не хоть. Блин, что-то здесь какая-то очень огромная планета. По-моему, мой план немножечко провалится сейчас. Хотя хрен его знает, может, и не провалится. Их еще построить надо. Так, здесь еще титана до жопы мы нашли. Может быть, я, кстати говоря, этот титан куда-нибудь вытащу. Так, здесь еще и силикона до жопы. Ну ладно, если что, у нас теперь энергии-то до хрена, если что, мы сюда еще раз слетаем. Так, ну вот у нас закрылось кольцо. Мы его даже в два ряда не поставим. Так, ну ладно, поставим, во сколько поставится тогда. Беречь нам эти панели никакого смысла нет. Вообще никакого смысла нет нам беречь эти панели. С другой стороны, здесь из производств... В общем-то, хрен да ни хрена. Здесь из производства только переплавка титана. Все остальное это только транспортировка. Поэтому, наверное, должно быть и нормально. Так, сейчас мы поставим вот это. Не знаю насчет ветряков. Нужны ли нам будут ветряки. Хотя, с другой стороны, утаскивать с собой ветряки, наверное, тоже как-то странновато. Поэтому мы, даже если они не очень сильно нужны, мы их один хрен поставим. Так, ну хорошо, допустим. Так, осталось у меня 26 панелей. Возвращаться этими панелями мы не будем, поэтому мы поставим просто на все бабки. Прям вообще все поставим сейчас. Так, отлично. Панели у меня закончились. Так, теперь ветряки давайте расставим. Теперь надо найти моих дронов, которые хрен пойми где потерялись. Для того, чтобы все это дело построить таки. Так, с винт-турбинами у меня тоже все. Не, ну слушайте, мне кажется, что здесь сейчас будет до жопы всего. Так, давайте мы еще в концовке еще 19 аккумуляторов сюда пристроим. Дынь-д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 ынь. Так, теперь мне надо найти моих дронов, где они. Они где-то что-то строят. Вопрос только где. По идее, я пока до них не долечу, наверное, они не появятся. Да? Ну ладно, пойдем искать дронов тогда. Так, где дроны застряли? Нам теперь надо обижать всю эту планету для того, чтобы все это построить. Где-то здесь, наверное, они застряли. Так, где у меня последняя постройка? Так, где дроны мои? Блин, кроме шуток, где мои дроны? Дроны! По-моему, кто-то спер моих дронов. Они же должны меня искать, нет? Или им вообще насрать? Совершенно. Такое ощущение, что им наплевать, то, что я куда-то там делся. А, здесь вот они еще строят. А, вон один нашел, смотри. О, хорош вообще. Так, ребята, я скучал по вам. Так, у нас, смотрите, теперь важная ответственная миссия. Нам надо с вами пробежаться. Так, давайте вот это вот все застроить. Так, мы должны сделать так, чтобы у нас все вот эти постройки были полностью закончены. И пошло электричество. С этим электричеством, по идее, у нас должно заработать вообще все абсолютно. Сейчас мы посмотрим. Да, мы генерируем, походу, очень дохрена. Но тут почему-то оно, наверное, не подключилось. Да, мы генерируем дохрена, потому что у нас потребления нет. Да, потребление еще пока себя не включило в цепочку. Но сейчас включит. Вот прям буквально вот где-то сейчас. Так, вот теперь потребление себя в цепочку включило.
Так, регенерации у нас недостаточно. Почему? Почему у нас недостаточно генерации? Я думаю, что генерации будет до жопы. Потому что заряжаются эти дронные штуки. Ладно, сейчас посмотрим. Сейчас достроить надо в любом случае этот пояс. Да, тут он еще почти 10 миллионов титана, между прочим, остался. Да и силикон до жопы. Так, вон дроны полетели. Значит, электричество потихонечку приходит в нормальное русло. Так, прям не хватает им, говорят. Не хватает нам. На 24% только работает. Так, ладно. Я... Хорошо, не хватает, так не хватает. Ладно, давайте так тогда, в таком случае. Я готов к такому повороту событий. Сейчас мы вот эту вот всю хрень замкнем. И тогда уже посмотрим. Не зря же я с тобой такое количество ветряков взял. Я на самом деле думал, что мы на одних панелях выйдем, но нет. На одних панелях выехать не удалось. Хотя, может, еще сейчас удастся. На 50% мы только удовлетворяем за счет этого. Вообще, у меня такое ощущение, что выгоднее все-таки на 60%. На 61. Ну, короче, на 100... Хотя нет, подожди, на 100% я думаю, это заработает. Когда у нас полностью зарядятся, да, вот эти штуки, по идее, должно нормально все начать работать. Так, а где у нас это самое, планетарки, где у нас находятся? Самые главные планетарки. Так, самые главные планетарки у нас находятся... Хрен пойми где. Вот эти штуки красивые, прям мне нравятся. Так, где у нас планетарки? Вон они. Так, вот и планетарки нашлись. Так, Юниполер Магниты. Не, ну в принципе на 80% он работает. И в общем-то это нормально. Так, отсюда уже даже сейчас за магнитами, я думаю, должны пролететь. Да, за магнитами там уже летят. В транзите уже 600 штук находится. Да, магниты они будут все воровать. Так, а чё у него титан нет? Так, чё у меня нет титана? Титана нет, потому что электричества нет. Так, а почему нет электричества? Потому что я понял, потому что не хватило одной штуки для производства. Так, вот. Все, блин, надо проверять обязательно. Так, вот сейчас у нас и титановые плюхи пойдут тихоньку. Наверное, столько даже было не нужно, хотя хрен его знает. Ну-ка, насколько ее хватает? Ну, хотя, кстати, смотри, до конца даже доходит. Нет, как раз примерно столько и было нужно. В общем, плюс-минус у меня получилось ровно. Так, что у нас тут получилось с титаном? Давайте смотреть. Так, титан у нас начал тоже копиться. Фрактализированный силикон у нас копится. Так, просто титан у нас запрашивается. Дроны у нас на постоянке летают. За магнитами у нас уже выехали. Так, мотать, я себе инвентарь опустошил. Так, за магнитами у нас выехали. Что у нас здесь? Значит, так, железная руда у нас есть. Оптические эти кристаллы у нас есть. За силиконом уже тоже кто-то отправился. Ну, я надеюсь, что кто-то отправился за силиконом, отправился за ним с варпами. Иначе хрена лысого он, соответственно, сюда доберется. Вот такая-то у нас получилась забавная планета. Такая вот забавная планета с поясом из солнечных панелей. Ну тут, блин, панелей надо
1000 где-то ставить, для того, чтобы на одних панелях жить. Много чего я еще не подключил. Короче говоря, в такие рейды надо брать с собой сильно больше всего. И добывалок в том числе, и электрики, и панели, и вообще все на свете. Ну ладно, грех жаловаться, мы вполне себе выполнили свою миссию, потому что миссия наша была, в общем-то, в магнитах. Наша задача была заставить вот эти вот магнитики ехать на нашу планету, где у нас там мастурбатор из них производится. Ну что ж, возвращаемся теперь назад и заодно протестируем наши 3 гигаджоули энергии теперь. Так, для этого надо найти планету свою. Так, там у нас логистические весели. Так, они нам должны указать примерно, куда нам надо хреначить. О, да не покап, спасибо. Реально указал. Так, логистические весели у нас есть. Так, ну что ж, 18 световых лет. У нас есть один апгрейд на энергию. 3 гигаджоуля энергии общей сложности. Давайте посмотрим, что мы, так сказать, можем поиметь с гуся. Только надо сначала до 2 миллисекунду разогнаться, или что там. Или не надо разгоняться. Так, у меня такое ощущение, что замедлилось восстановление энергии теперь, нет? Нет, эти штуки у меня остаются. Надо, наверное, который плюс этот самый, который топливо перерабатывать теперь взять еще дополнительно. Так, ладно, сейчас мы на 3 гигаджоуля жахнем себя. Посмотрим, что из этого получится. Так, 3,2, 3,3, 3,4. Ну, давай, 3 гигаджоуля, 18 световых лет. А сколько мы сумеем пролететь? Так, погнали. Так, 15 световых лет, 15. Так, 3 световых годика пролетели. Так, 4 световых годика пролетели. Так, встречаемся с нашими кораблями, кстати говоря, пока летим. Ну, в принципе, еще один грейд за белые кубы, и, в общем-то, можно летать за один гиперпрыжок вообще куда угодно. Без вопросов причем. Такое ощущение, что я даже сейчас долечу. 8, десятку я пролетел уже, получается. Не, наверное, не долечу, но чуть-чуть. Или долечу. Интрига. Долечу, не долечу. В принципе, осталось чуть-чуть, но энергии мало. Так, осталось 5 световых лет. 4 световых года. Так, 3 световых года. Но уже начала мигать. Так, 3 световых года, по-моему, такое ощущение, что чуть-чуть я прям совсем чуть-чуть не впишусь. 2 световых года, так, подожди, 1 световой год. Так, ну, почти, слушайте. Почти. Так, почти я долетел до своего Днепрокаба. 21 астрономическую единицу я, в принципе, всего лишь не добрался. Ну ладно, я тогда возвращаюсь назад на Днепрокап. Тогда, в принципе, не буду вас мучить, Сим. И тогда в следующей серии мы с вами посмотрим, что у нас там дальше по исследованиям. К чему нам готовиться, как нам приблизиться к завершению проекта со сферой и так далее и тому подобное.